Всем привет! Последний осенний месяц будем провожать в компании доброго и веселого кино. Начнем с легкой французской комедии, а после окунемся в новые приключения с предводителем всех миньонов. Отправимся в короткое, но насыщенное путешествие в Токио и закончим очередной комедией от Райана Рейнольдса. В общем, неделя будет насыщенной. Могла ли знать Гелена Великанова, что текст ее песни про 10 девчонок и 9 ребят будет актуальным и в 2017 году? Сюжет картины «Жених на двоих» строится вокруг изначально неверной математики. Две героини вынуждены делить одного мужчину. Герою бы наслаждаться положением, но интриги, скандалы и расследования вот-вот испортят ему весь праздник. Главный герой фильма, Матео, встречается с очаровательной девушкой Алексией, но это не останавливает его от интрижки на стороне с Джульеттой. Кажется, что пути двух красавиц не должны пересечься, но у сценаристов на этот счет свое мнение. Сложности, изменившие привычный уклад жизни героя, начинаются с того, что Алексия находит визитку организатора свадеб и, не дожидаясь заветного вопроса, дает согласие стать женой Матеоса. А организатором свадеб оказывается любовница Матеоса, Джульетта. Свадебный переполох по-французски получается не только смешным, но и поучительным. Ведь все мы хорошо знаем, что за двумя зайцами гнаться не стоит. Увидеть триумф любви в городе влюбленных можно на кинопремьере. А ты, проказник, не против? Схожу за кофе. Третье пришествие главного злодея в отставке Грю становится по-семейному теплым. После событий второй части Грю с супругой Люси намеревается зажить тихой и размеренной жизнью. Служить на благо антизлодейской лиги, растить троих приемных деток в окружении бесподобных миньонов. Но, как вы понимаете, этим планам не суждено было сбыться. Не справившись с очередным заданием, Грю и Люси вынуждены покинуть ряды антизлодейской лиги. А над миром тем временем нависла новая опасность в лице злодея Бальтазара. Бальтазар был некогда известным актером на телевидении, но после закрытия проекта так вжился в роль, что решил стать злодеем взаправду. Обозлившись на весь мир, он строит план похитить огромный бриллиант и с его помощью разрушить Голливуд. Останавливать Бальтазара будут Грю, его появившийся из ниоткуда брат Дрю и компания миньонов. И можем вас заверить, что приключения желтых человечков и их хозяина еще никогда не были настолько веселыми. Героям предстоит отыскать свой путь домой и на своем примере доказать, что настоящий дружбе не страшны никакие злодеяния. Спасти мир, а заодно и мекку мирового кино, можно в видеотеке Дом.ру. Пока Голливуду больше ничего не угрожает, двое его представителей отправляются в саму Поднебесную, чтобы найти любовь и душевный покой. Красавица и умница Элизабет Мосс на пару с актером Эбоном Мосбакраком разыгрывает непростую историю встречи двух одиночеств. Но расслышат ли они шепот любви среди шума чужого города? Успешный бизнесмен Себастьян отправляется за океан, чтобы заключить важную сделку для своей компании. В это же время по улицам шумного Токио гуляет очаровательная Клэр. Им обоим не хватает чего-то важного в жизни, и путешествие буквально постепенно становится путешествием внутрь себя. Два одиночества, не понимающих язык страны восходящего солнца, пробуют найти общий язык друг с другом. Это красивая, но грустная история влюбленности в бескрайних просторах мегаполиса. Общий язык придется находить не только героям романтической истории, но и персонажам комедийного боевика «Телохранитель для киллера». Пока второй «Дэдпул» только монтируется, Райан Рейнольдс не дает зрителям соскучиться и на сей раз выступает в роли защитника опасного киллера Сэмюэла Л. Джексона. Чем обернется встреча двух настолько противоречивых героев, узнаем прямо сейчас. Перед телохранителем Майклом ставится непростая и крайне опасная задача – защитить своего некогда злейшего врага и по совместительству киллера Дариуса. Последний решил стать на путь истины и выступить свидетелем против белорусского диктатора Духовича в Гаагском суде. Майкл и Дариус должны преодолеть намного больше, чем 16 кварталов и добраться до резиденции Международного суда ООН за 24 самых непростых часа в их жизни. Главного антагониста в фильме играет непревзойденный Гэри Олдман, и глаза зрителей просто-таки разбегаются от насыщенности эффектных сцен и грандиозных актеров в кадре. Увидеть, чем вся эта криминальная авантюра закончится, можно в видеотеке Дом.ру. Какого хи... Ну и на сегодня у нас все. Надолго не прощаемся и встретимся ровно через неделю на этом же месте в этот же час. И не забывайте про наш YouTube-канал, ведь что? С нами хорошо как дома. Так что пока.